Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в церемонии открытия нового спортивного зала средней общеобразовательной школы номер 35 в Бишкеке. В приветственной речи он отметил, что дети – это важнейшая ценность государства, ее будущее. Он пожелал школьникам физического здоровья и новых достижений как в спорте, так и в учебе в целом. И дорогие наши школьники, дети, конечно же, мы очень хотим, чтобы вот такого рода школы, вот такого рода здания, вот такого рода ресурсы, все это послужило вам, чтобы вы вкладывали в себя, чтобы вы учились напряженно, и чтобы вы были очень успешными, счастливыми, разнообразно, всесторонне развитыми и сильными личностями. Заместитель председателя кабинета министров также осмотрел спортзал и ознакомился с созданными в нем условиями для занятий физической культурой и спортом. Спортивный зал включает в себя галерею, ванные комнаты, туалеты, раздевалку, а также два кружковых кабинета. Раньше у школы не было крытого спортивного зала. Ученикам школы приходилось проводить занятия по физической культуре на улице и в летнее, и в зимнее время. Больше всего новому спортивному залу радуются школьники. Мы очень рады, что наша мечта осуществилась. Нам построили светлый, уютный и современный спортзал. Теперь мы сможем регулярно тренироваться и достигать спортивных побед. Школа была введена в эксплуатацию в 1957 году, и в ней до сегодняшнего дня отсутствовал зал для занятий физкультурой. Зал построен за счет республиканского бюджета по указу президента Садыра Джапарова. По счету это 4-я школа, которую мы сегодня открываем. Как вы видите, хочу отметить, что не только мы строим рядом, допустим, пристройки или новое строительство рядом с школами, потому что там территория позволяет. Кроме этого, мы полностью фасад цел, ансамбль, что единый был, старое здание, старая школа, фасад полностью ремонтируем. Где надо, окна меняем. Где надо, система отопления, если какая-то необходимость ремонта, мы это все делаем. Напомним, по поручению президента Садыра Джапарова в столице в этом году было начато строительство и реконструкция 15 школ и одного детского сада. Всего на эти цели было направлено 3 миллиарда сомов, 2,5 миллиарда из республиканского бюджета и 450 миллионов сомов из городского бюджета. Сымбат Алмазова, Самат Дулатакунов, 5-й канал.